أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайякум Аллах джамиан. В этой серии мы поговорим о женщинах в судный день, которые окажутся либо в раю, либо в аду. Для начала поговорим об аде. Пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Мне был показан ад, и я увидел, что большинством его обитателей являются женщины по причине их неблагодарности». Этот хадис находится в Сахихе Аль-Бухари. «По причине их неблагодарности». Его спросили: «Являются они неблагодарными по отношению к Аллаху?» Он ответил: «Они неблагодарны к своим мужьям». Они неблагодарны к своим мужьям и неблагодарны за хорошее обращение с ними. Представь себе, большинство обитателей огня — это женщины, потому что многие из них, как сказал пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, не проявляют благодарности за хорошее обращение с ними. Затем пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, более подробно разъяснил это, сказав: «Если вы всю жизнь будете делать добро одной из них, а затем она увидит какую-либо неприятность от вас, то скажет: «Я никогда не видела ничего хорошего от тебя, о Аллах». Как же велик ислам. Это прекрасная религия. Она обращает внимание даже на такие вещи, которые, возможно, никто не замечает. На то, что кто-то может сделать что-то хорошее другому, но тот, кому сделали это хорошее, даже не посмотрит на то хорошее и проявит неблагодарность за это хорошее обращение. Будет неблагодарен. Перед Аллахом Святу на Велик — это серьезный проступок. По этой причине те женщины заслужили ад. Поэтому женщины в целом, так как пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, сказал, что большинство обитателей ада составляют женщины по причине этой неблагодарности. Женщины должны проявлять осторожность. Они должны обращать на это внимание, особенно в отношениях с мужем. Видеть в муже положительные качества, видеть благие дела мужа. Прекрати слушать то, что говорят люди. Не слушай людские речи. Мой муж делает так-то, а твой не делает. Мой муж такой хороший, а твой... Как ты можешь позволять мужу с тобой так обращаться? Как ты можешь допускать, что муж тебе такое говорит? Не слушай, что говорят люди. Поверь мне, если ты посмотришь на все это с другой стороны, с другой точки зрения, ты поймешь, что твой муж делал тебе много хорошего. Так смотри с этой стороны. Никогда не проявляй неблагодарность в отношениях. У каждого человека есть ошибки, но эти ошибки не должны приводить к неблагодарности или отрицанию хороших поступков. Также пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима: «О женщины, подавайте милостыню и много просите прощения у Аллаха, ибо я видел, что вы составляете большинство обитателей ада». Первая польза, которую мы можем извлечь из этого хадиса, что милостыня и многократный истихфар, испрашивание прощения, является причиной отдаления от ада. Даже если у человека было много грехов, пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Вы составляете большинство обитателей ада, поэтому давайте милостыню и много просите прощения у Аллаха». И все мы можем извлечь из этого пользу. Давайте подавать милостыню, много давать милостыню, чаще просить прощения у Аллаха и говорить: «Астахфируллах, астахфируллах, астахфируллах» по много раз в день, чтобы с соизволения Аллаха Аллах удалил нас от огня. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Я видел, что вы составляете большинство обитателей ада». И одна женщина спросила: «Почему же так, о посланник Аллаха? Почему нас в аду большинство?» И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Вы часто проклинаете. Посмотри, субханаллах, это в целом, этот пункт может касаться и мужчин, и женщин. Частые проклятия – это одна из причин захождения в ад. Что-то произошло, человек перенервничал и начинает проклинать других. Разозлился на кого-то и сразу же его проклинает. Зачем? Это одна из причин захождения в ад. Вы часто проклинаете и проявляете неблагодарность по отношению к своим мужьям. Как мы сказали, этот хадис находится в Сахихе Муслима. Не проявляйте неблагодарности по отношению к своим мужьям, как в прошлом хадисе. Неблагодарность к мужьям и неблагодарность за хорошее отношение – это страшное дело. Поэтому человек должен остерегаться этого и постоянно проверять себя, чтобы не оказаться из обитателей ада. فروح سوف ترحل في سلام
Так же, как есть женщины, которые далеки от Аллаха Свят Он и Велик, ослушиваются Всевышнего Аллаха и окажутся обитателями огня, так же будут женщины, которые повиновались Всевышнему Аллаху, поклонялись Аллаху Свят Он и Велик, и Аллах даровал им рай. Каким будет их положение в раю? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Аль-Бухари, если бы женщина, всего одна женщина, одна из райских женщин, не пришла на землю и не осталась там. Нет, показалась бы жителям земли. О Аллах, ты себе это представил? Одна женщина покажется жителям земли. И что же произойдет? Земля и все, что в ней находится, озарилось бы сиянием. Она бы осветила все, что между небом и землей. Между небесами и землей будет только свет. Из-за этой женщины, которая относится к обитателям рая, которая бы показалась жителям земли. И все это пространство также наполнилось бы ее ароматом. Прекрасный аромат заполнил бы собой всю землю. Просто из-за этой женщины. О Аллах. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, а платок на ее голове, ее платок на голове, то, что у нее на голове, лучше, чем этот мир и все, что в нем есть. Он лучше, чем эта дунья и все, что в ней. Посмотри, женщины в целом в своей природе бегут за торговыми марками, за красивыми вещами, за одеждой. Эта вещь является одной из миллиардов вещей этой дуньи. Это просто одежда. В дунье есть больше, чем это. В ней есть дворцы, есть машины, есть дома, есть земли. А этот платок на голове райской женщины будет лучше, чем вся эта дунья. Одежда, дворцы, машины — лучше, чем все в этой дунье. Представь, у них там будут очищенные супруги. Всевышний Аллах описывает, что у обитателей рая будут супруги, очищенные от всего плохого, очищенные от любых недостатков, от менструации, от послеродового кровотечения, от мочи, экскрементов, от слизи, от любого недостатка, который человек может себе представить. Эти женщины очищены от всего. О Аллах! Когда какая-то женщина поклоняется Аллаху, когда она соблюдает свои намазы, постится в Рамадан, охраняет свои половые органы и повинуется своему мужу, то, как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ей будет дарован рай. Мое послание женщинам – работайте ради того, чтобы добиться рая, ширина которого равна небесам и земле. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام يوم الحشر. Любой юноша, любой мужчина, который направился к хараму, впал в похоть и страсть с девушками, и с женщинами, это естественное для него желание, но он обратил его к хараму, к тому, что гневит Аллаха Свят Он и Велик. Знай, что есть гурии. Всевышний Аллах создал их совершенными. Он сотворил их для обитателей рая, для верующих, для праведников, для тех, кто сдерживал себя. Эти люди последовали за своими страстями и похотью и сделали то, что сделали, и что вызывает гнев Всевышнего Аллаха. Но есть люди, у которых на самом деле была страсть и желание, но они сдерживались. Исключительно из-за своей боязни Всевышнего Аллаха нагрешить им мешала только боязнь Аллаха Велик Он и Славен. И в раю им будут дарованы гурии. Я прошу Всевышнего Аллаха даровать их нам. О Господь! Всевышний Аллах говорит, мы сотворим их в новом облике, совершенными. Что ты думаешь об этом творении Аллаха? Аллах сотворил их и описал как совершенных. Какими они будут? Аллах сказал, «И сделаем их девственницами». Они девственницы. И как сказали ученые, после каждого раза они опять становятся девственницами, как изначально. Любящими. То есть любящими своих мужей. Они не просто красивые, и на этом все. Нет, они также любят и пытаются снискать любовь своих мужей, любящими и равными по возрасту. У них один возраст. Они не стареют и не становятся старше. О Аллах! Для кого же они? Это для тех, кто по правую сторону. Для тех, кто по правую сторону. Кто преуспел. Для тех, кто поклонялся Аллаху. Кто страшился Аллаха.
кто был богобоязнен, кто готовился к этому дню. Аллах Святой и Велик говорит, рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами. То есть они смотрят только на своих мужей. Они не смотрят на других мужчин. Они не думают о других мужчинах. Все их мысли только об этом мужчине, об этом человеке, который будет одним из тех, кто по правую сторону, об обитателе рая. Это искренность. И как же велика и прекрасна их искренность. С потупленными взорами. Они не смотрят ни на кого другого. Также Аллах Святой и Велик говорит, их женами будут черноокие, большеглазые девы. То есть они красивы. У них большие глаза. О Аллах! Подобные сокрытым жемчужинам. Такое сравнение сделал Всевышний Аллах. Так Он их описал. Они красивы, как жемчужины. Белы, как жемчужины. Чисты, как жемчужины. О Аллах! Все это. Весь этот удел. Почему? Из-за чего? Таково воздаяние за то, что они совершали. Ты хочешь получить гурии и жениться на гуриях. Таково воздаяние за то, что они совершали. Работай, действуй в этой дуне и получишь такое воздаяние в раю. Что ты подготовил для того, чтобы получить райское блаженство, и чтобы Всевышний Аллах наделил тебя гуриями? Задай себе этот вопрос. Аллах Святой и Велик говорит, там есть девы, хорошие, прекрасные. Всевышний Аллах описал их, как хороших и прекрасных. Они прекрасны и красивы. У них нет каких-либо недостатков. Что ты можешь хотеть после этого? Они чисты, очищены от любого недостатка, очищены от всего плохого. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. Удерживаемые в шатрах почему? Потому что они не смотрят ни на кого, кроме тебя, не думают ни о ком, кроме тебя. Ты — это все, на что они смотрят. Они не думают ни о каком другом мужчине, и это прекрасно. О Аллах! Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин. О Аллах! То есть до тебя и помимо тебя их никто и никогда не трогал. Также Аллах Святой и Велик описал их в своих словах. Они подобны рубинам и кораллам из-за того, насколько они ценны. Также ученые сказали, что в этом сравнении указывается на румянец их щек, который напоминает цвет рубинов и кораллов. Это удивительная красота. Красота, которую невозможно описать. Так работай ради этого дня. Работай, чтобы получить это блаженство. Защити сам себя. Будь целомудренным и воздержанным. Также я обращаюсь к женщинам, которые слышат нас. Работайте, трудитесь ради того дня, чтобы Аллах Святой и Велик сделал вас обитательницами рая. Чтобы вы были одними из обитателей рая. И там, в раю, твоя красота будет неописуемой. Я закончу на этом хадисе. Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится у Ибн Маджи, и шейх Аль-Альбани назвал его достоверным. «К тому, кто сдерживал свой гнев, имея возможность излить его, ты разозлился, разгневался, и ты можешь вылить его, можешь побить обидчика или обругать его, но ты подавил свой гнев исключительно ради Аллаха Святой и Велик». Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, говорит, «В судный день Аллах обратится к такому человеку перед своими созданиями, чтобы предложить ему выбрать для себя ту гурию, которую он пожелает. Он будет выбирать себе гурий, каких пожелает, и только потому, что он подавлял гнев ради Всевышнего Аллаха. Так давайте подавлять гнев и сдерживаться во время гнева. В следующей серии «Соизволения Аллаха» мы поговорим о жажде обитателей ада и о постелях обитателей ада. Затем мы поговорим о неописуемом блаженстве в раю. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада.